что, начали. Нашел еще на Лубмане денежку. Сейчас завожу с ФМЗ на кошелек Киви. Не знаю, уже снимать надо, да? Снимаем. Оплата, счет кошелька, сумма. Сумма 2. Блин, считать даже не буду. Давайте двоечку воткну. Давайте начинать для оплаты. 2 баксов. Чего? Чего? Мало? Способ оплаты. Счет кошелька выполнен. Пополнить ФМЗ кошелька в Мане. Ага. Все. Блин. Нам надо пополнить кошелек Киви. Еще туплю я. Туплю, конечно. Ну, жестко, не жестко, не знаю. Вывод денег в банк с пополнения кошелька. Не это ли оно называется? С баланса телефона. Нет, с банковской это нам нужно с вебмайн. Банк с вебмайн. Займом онлайн. Блин, без комиссии. Так, банк не знаю, с телефона нет. Ну, телефон я могу скинуть, надо, блин, жесткать будет. Сейчас. С банковской нет. Вести данные, блин. Данные, блин, у нас введены. Я не знаю ничего. Для оплаты тенге. А, это для казах. Для казахстанцев, извините. Доход, все, все у меня отлично, блин, все у меня. Кукусики. Это мне нужно наличные, не нужны, нет. Так, пополнение кошелька. Давайте все-таки логически мыслим, пополнение с телефона. Давайте вот тут. Да, искал я вебмани. Пополнение с вебмани. Ищем, да? Вот мы. Ищем, ищем. Нет его здесь. Нету пополнения. В общем, это банки. Это все банки. Блин, здесь банки, да я ем, блин, пытаюсь. Банки, денежные переводы. Еще должно быть, да? Денег кэшбэк и тут, да. Тимплей, не знаю. Один перевод. Давайте вот сюда нажмем еще. Эпи, это все, все фигня, блин. Не наша тема, блин. В общем, вывод денег. Вывод тут с выводом понятно. Я сейчас покажу. Вот. Денежные, вот, через тему денежных переводов. Все. Тут я на вебмане нефиг делать вывожу. А мне нужно ввести. Ссылку отлетим. Ссылки нету, где у меня здесь. Вот, о, вот она, вот она, вот она. Давайте это поставлю. Вот. Payment такой-то, такой-то, в общем, вебмани. Вот. Это вывод. Вот здесь, да, понятно, но это и острова ограничения. Так. Ввести, ну, блин, данные, так, так. Это все, на платежи. Блин, ну давайте, ну, это же, получается, сейчас закину отсюда на вебмани. А мне нужно, чтобы оплатить этот долбанный инфовест. Инфовест, инвест. Мне нужно закинуть туда денежку. А там только Киви, Яндекс и аналогичная фигня. Вообще, сейчас захожу, секунду. Да. Яндекс потом вначале вообще какие-то дебри. Они мне написали еще. Это популярная самая система, поэтому веб-монета. В флоте, по моим не пользуюсь. Закинуть, да, пополнить его. Пополняю Perfect Money. Вот это якобы самое популярное. Ну, популярности, да, вы выставили. Ну, блин, PR еще. Куда не шло. Виза, да, карты. Яндекс деньги куда не шло. Кейкшел. Но почему вот это интеркрасов не пизду. И Perfect Money. Это тоже, блин. Вот. Кстати, может там есть Perfect Money. Нифига там нет, блин. Нам, допустим, минимально вполне 2 бакса. Нам надо минимал так вот. Минималка такая. Ну, кошелек-то я ж не знаю. Ну, давайте пытаемся киевский кошелек. Звук поион. В общем, блин, тут, я так понимаю, эта система не эта, ладно. Пуэрт у меня есть, но на нем, блин, мало денег. Можно ли на него ввести? 50 секунд, блин, но там комиссия еще будет. Окей, сейчас вводим, блин. Что-то такое, ни одного синенькой ссылки не заходило давно. Да нет, недели две, не, вот оно. Вот оно, вот оно.
туды сюды намотан, но заходим, сейчас код будет или смс на или войти, создать на мне надо, входим, блин, сейчас будет. Отсюда я понял, когда по весне было, не, зимой было, идиотизм такой-то, в общем, можно было отсюда из ПР вывести 100 баксов, и они платили, в общем, здесь у них комиссия была, блин, около 70%. О, я плюнул, блин, я думаю, оставлю на попозже. И так они меня полгода и висели. Что не так, блин? Войти не могу. Не могу, входим. В общем, и спустя где-то несколько месяцев я закажу, там спокойно на под 1% или даже под 0%. Сама. Сейчас. Блин, ну логин у меня записан, но. У меня записан и тут, во. Вот так вот. Один. Один. Ага. Будет уже система. А, код пошел, ну. Код. Код пошел. Код побежал, код. С буквой Т. Код. Вот, ну что, он, конечно, нужен на email, ой, не на email был, а на этот. Ну фиг с ним. На смс-кой. Ну блин, оно еще денежку снимет, поэтому что email бесплатно. Ну тоже как я вот. И нам зачем я пользую. Но для того, чтобы в свободе не платить комиссию. Лишнюю комиссию. С нее и так комиссия идет. Яндекс, в общем, тупит, потому что очень дико. ВПНчик юзаю он. Зачем? Потому что вот я из Киева, а Яндекс.Почта это российские штуки. Где-то наши долбоебы власти еще полгода будет улучшить Яндекс, а потом видно. Или забуду снять блок, или сделать, что его типа нету. Ну блин, мы уже наловчились все, да, обходить. Всякие, наверное, законы. Сейчас тупит много, потому что, видите, вкладок сколько. Вон там все вкладки. Могу поднять, глядите. А, есть. Да? Что там нам? Код нужен был. А, да, код. Секунду. Даже извиняться не буду. Что я тут еще чавкаю. И оно же чавкаю. Потому что ищем код. Код. Главное никому не отдавайте свой код, иначе он будет есть у вас ваше мясо. Обычно коты едят вас, ну, коп-коп-коп-коп. Угу. А, у меня еще включен этот. Блин, как он, блюстек. Поэтому он повисает жестко. Давайте так вставляем, погнали. Тут где-то у меня десяточка тоже висит. Минимум десятка, не, 9 с чем-то должно быть. Бля, по 0,8 даже. Ах, кони мои, кони. А, вот, блин, пополнить баланс, да? Вот, пополнить баланс, чтобы потом оплатить СПР. Вот это, мгновенно. А тут падлы не пишут. Как, какой процент будет, сейчас мы глянем. Может, там пишут. Угу, хуй там, пожалуйста. Это понятно. Сумму мы знаем, количество мы знаем, код можно удалять. Вообще email не нужен. Так, пополнить. Чего? Блин, баксы. От чего именно, блин? Ты баксы скипать пополнять с вебмани. Или, блин. Советскими рублями. Баксами, блядь. Ну у меня наличие. Ну блин, я надеюсь, оно тут внутри поменяется. Пополнить. Сколько у нас? 2 чем-то. 2,08. Вот, я думаю, здесь 8 центов будет. Считаем, да? Сумма. 2 бакса. Сколько нас снимут? Ку-ку. А, с Киеве. Ой, точнее. Блин. Не с этого баланса. Блин, пополнить. Вы можете пополнить свой счет множественным способом. Мы ищем, блин, способ, называемый вебмани. Если его здесь нету, то, блядь, это, конечно, очень популярная система в кавычках. Я пока его, блин, не нахожу.
Ладно, свой счет, да? Вот этот, подожди, как свой. И тут ищем, пусть манят. Куку, 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 Билайн, телефоны, Яндекс, Киви. Все, платежная система, вот это наша. Вот, здесь вебмани нет. Поэтому мне надо закидывать на Киви, блядь. А на Киви закинуть, блин, да, гулим. Блин. Блин, вебмани на Киви. Бля, хабга. Видите? Такое дело. Блин, где бы буква Б, блин. Давай знаем это. Белорусский Киви. Ага, ага. Переводы денег между Киви кошельками в бане. Даже Киви кошелька в бане Вики. У нас это не получится. Было бы это Россия. Ага, сейчас немного не работает, блин. Чего не так? Киви.ком, вебмани, дисфункшн, описание, акшн, в общем, недоступен. По-моему, жопа получается. А, ой, Wi-Fi не надо, давайте, вот, о, с валетом, блин, я на валете вот сижу, вот, маня, Киви валет, перевести на, блядь, на Киви, да, попомните, перевести, куды, на кошелек, а, если бы я мог бы спокойно на счет, вот банк выписали сюда. Это долбанный. Блин, что ж такое? Сейчас. В одну щель ем, блядь. С одной, блядь. Вылетает, блядь. Сопли, непонятно. Подхватил какую-то инфекцию, блин, что ли? Надо выпить водки, блин. Так, пока я сейчас пилю, у меня места не хватит для видео. В общем. Вебмани отпадает, Альфа-банк, Киви, Яндекс, все. ПР отпадает по-любому. Комиссия будет нищайшая. А, давайте посчитаем. Допустим, я пополняю этот кошелек с Киви. Сколько это будет? 2 бакса, 16 центов комиссия. Ну, блин, заебись. Отлично. Ну, немного, блин. Ну, самую писечку. Вот, идем мы дальше. На Exchange. Тут меняем баксы, блин. О, блин. Отдаете, блин. Самый мини-экченж, блин, я не помню, было здесь или нет. Уходить. Если соцсети есть, блин, значит это дичь. Нет, соцсети нету, но зато у них есть аттестация вебмани, скорее всего. Нифига, у них тоже нет. Сайт, блин, от живохоста, блин, бесит, точнее нет, чат. Вот это чат, живохост, блин. Вот такая дебильная штука, блин, вообще. Никому не советую. Ну и то я опять откладывается все на попозже. Потому что. Блин, сейчас я выполняю дык из Киви, да? 2 бакса на Киви. Пытаюсь подумать, да? Голова как бы не тоже не свежая. Сейчас на Киви у нас получается 12. Если мы на, блин, к нам надо закинуть с вебмани на Киви. Вебмани выполняю. А это дополним, блин, давайте я. Че, блин, ничего жопу. Я с Киви это хоть закину на вебмани. На кошелек. Да? А потом опять, или, блин, или пусть он тут здесь висит, блин, тут здесь. Блин, как это, Windows 98 часики пошли, блин. До такой степени я забил вот этой шляпой, блин. Около ГИА съедает оперативки. Ну, в общем, я туплю. Никожовская, я туплю. Вот такой аккаунт 2017 года. Пополнить получается нечем. Не ищу. Что там еще? Это кэш. Если бы это кэш, по-моему, был там, блин. Есть вариант помимо Киви и ПР еще это. Яндекс деньги. Какая-то касса. Может здесь автоматически. Может что-то здесь. Я вот, ну, не заходил, но чисто российская система. Блин. Хотя она обязана работать с российским, но тоже. Какой кошелек нужно ввести? Сумму. Ага, делается она так, у нас тут сумма есть. Видишь, друг.
Да, получается столько же. Чё, блядь, стучать по столу, блядь, выставить счет. Вообще, что это за фигня называется, блядь, тихоплатье? Ну давайте, я надеюсь, может там какие-то кошельки есть, помимо вот этого. Система приема платежей, блядь, приема, блядь. А, блядь, хотел сказать, записывать на видео надо, я же включил видео. Записываю. Оплата. Может, как оба, это, конечно, блядь, опять же, кошельки, где? Телефоны, все системы, нам надо денежные, электронные деньги, вот. Чего мы имеем, блин? Это кэш есть? О, наконец, хоть что-то есть, блин. Биткоин, блин. Нафиг, на залупа какая-то, блядь, что это? ЗС кэш, какая-то дичь вообще, блин. Зелента, блин. Ripple, блин, не помню, не видел, не знаю. Биткоин знаю, лайт, это лайткоин, блин. Знаем, ну, блин, та же еще дичь, чем наша тема, это лайткоин. Там, баксы, да? ML или телефон. Давайте, блин, а какой, блин? Нам что-то контактная инфа. Давайте мой якобы телефон, блин. Блин, сейчас как он там. А, блин. Сейчас гляну. Так, да. Я ты условия оплатить. Оплачиваем из откуда? Опять же, неизвестно откуда. Баксы. Ну, нам же нужны баксы на этом. Точнее, им нужны. Ну и нам нужны. Идет на wallet. Или же валит. Вот, ну, в общем, регистрация, блин, здесь. Ладно, их с ним, блин. Войти. Заходим из главной. Давайте без будет. Заходим из главной. Это кэш-ком. Блин, у меня там аккаунт был, насколько я помню. Сейчас маленький, помнишь, там полосатый сайт должен быть. А, вход, блин, туда-сюда. Собачьи яйца. Кошачьи хвосты. Давайте. Блин, надо глянуть систему, какие там. Почта, фамилия, имя, отчество, пол, да. Какие системы она поддерживает? Более это кэш, это кэш. G. А что такое G? Что у нас G? Гипопотамус, Гибралтар. Че где-то я сижу, блин. Так. Компания. Сейчас. Бизнес. Способы оплаты, точнее, вот, что она использует клиентам попозже как-нибудь. Опа, стой. Вот Яндекс деньги, я снова Киви, Мастер, Сепа, я не знаю, блин, Виза знаем. Чё где тарифы? В общем, вот одна и та же дичь, блин. Давайте уже загуливать, да, это кэш. Вот, бесплатно, блин. Ну, это тот же Киви. Это отдельный кошелек. Кэш. Киви. Кошельки. Блин. У меня под это. Использует это. Кэш. Также. Это бы. Что такое это? Ну, это реклама. А что такое В? Это бы. 20. Свенсель 20, блин, блин, что я сейчас буду, как, это кэш, ой, сейчас Богу нам подрихтует немного текст, Россия, Евросоюз, Турция, Израиль, блядь, Израиль, что не Евросоюз и Турция, кошелек, и заказать кошелек, ладно, блин. Давайте обзор, наверное, лучшая система, блин. Зачем такой длинный называется? Зачем мужчина, зачем такой длинный? 720, камень 2020, давайте, да. Ладно, я лучше видео в темпе. Кому-то может копеечки капнет с него. Здоровик, ну, потому что рекламы, а не это. Так, быстро, писсессия, получим ДД, что он использует, блядь. Обожаю сайты, которые не дают выделить свой текст. Типа, блин, нельзя его спиздить, блядь. Точнее, взять, блядь, это. В коде, блин, взять. Ну, блин, ну для лохов чисто, ладно. Так, заполняют они кошельки. Мне главное кошельки, использование иных систем.
Имею лимит там, блин, нафиг мне эти лимиты. Дайте мне видео. Вот я видел, откуда мне понравится. Комиссия, кстати, моментальная сумма. Комиссия. Нихуя себе. Все, до свидос. Да, блин, 2,95 с. Это вот с этой суммы 2,95. Поните, блядь. И надо еще на это самый, на знакомый сайт, блин. Ой, на обменник, блин. Закидывать должно, да? А, используем, пополнить в Казахстане. Отлично. Это, конечно, казахстанская система или что? Это, конечно. Это, блядь, не пиздец полный, блядь. Так, мне нужны веб-мани. Нету их. Киев Wallet есть, блин. Вот. Ну, пусть будет валет, по-вашему, блин, валет. Пусть будет Орион есть, блин, Яндекс.Деньги есть. В общем, чебуреки есть, чебоксары есть, а чебурашки нету, блядь. Сопа даже есть какая-то или Сепа, блядь. Сепультура почти. Казахстан, какого хрена Казахстан? А ну, блин, стоять. Понятно, блядь. Меня считают казахстанцем. О, блин. Я даже не лежу, куда я на ссылку тыщу, блин. Там оказывается, блин. PNG файл, да и все. Стоп, Казахстан. Да, он внизу виден, да, вот тут здесь. Ты, глядим, а там оба. Все. На сегодня хватит, это видео оставим, пусть будет. Понижение комиссии, наконец-то. Да, вот помните, я объяснял, что была комиссия там почти 80%. Вот того, как на битках. Точнее, биткоин, конечно, вот 70%. Это же пиздец, блядь, полный. И вот на Плеере было зимой так же, 80%. Условно, со 100 баксов вам отдавали лишь 20, все. 80 была комиссия, это, блядь, как назвать, полный пиздец, хорошо, полный пиздец хуёв, блин, такое дело, ну, блин, так, в общем, все, мы это отказываем, вебмани, ну, чё-то я, блин, туплю или пополнить вебмани, в общем, идем мы на этот, снова, а так, отсюда мы не сможем пополнить на вебмани, давайте, блин, пополнить, я же отсюда выводил, где тут поиск у них долбанный, блин, блин, пополнить веб, пишу на латинице, блин, кириллица, вебмани, так, блин, ну, вдруг е, двумя е, пишет, ну, пишет, хотя считается pair, там же, блин, русским по-английскому написано pair, две е, ладно, VMware кошелек, все, у меня его нету и не будет, потому что я не резидент России. Пополнение шар наличными. Что пополнение вебмани Киев? Это по всему видно. Беги вебмани. Ну, блин, ничего не знаю, как пополнять. О, вебмани, ввод и вывод, блин. Закинуть вебмани на, ну, блин. Блин, карту, ну, блин. Вебмани. Блин, ПСР. Это же толстая хуйня, блин. Еще одна платежная система. Я любопытно, значит, пользуюсь. Откуда не нам? Напишите нам. Нет, точно жидовская. С чем я сейчас сюда лежу? На код напишите нам, да? Больше контактной информации. Латвия, блин. Извините меня, латыши. Что вас обозвал, блин. Италия все-таки. ЛТ, Латвия. Хотя, блин, ну да, блин. Вообще-то, блин. ЛБ, блин. ЛТ это Литва, блин. Ё-моё. Кони. А, о, Литва, фу, блин. А тут ЛТ должно быть, где? Ну, чем Латвия, Литва. Все, это, блин, это, я думаю, юридический какой-то, блин, это самый пей. Сэра, потому что, блин. А, пейс видно, блин. Пейс, блин. В общем, фу. Вот это фу. Девочка с наушниками пусть будет. Ложится, пусть спать. Вот это и в мане нету тут, да? Блин, где тут поиск? Ну, какие-то саппорт. Где? Новое обращение, блин, да? Я прям сквер на Киеве. Вот и вот там мне такое было делать. Что она мне ответила? А никто мне ничего не ответил, по-моему. У вас еще тут, знаете, что у вас необходимо снижать валюту, вы выданы валюту. Получил, все, спасибо всем. Так, а что я хотел с... Не могу. Где там?
Не могу сделать перевод с ПР на Кири. Вот. Блин. Че, она, уважаемый, у вас еще тут 2.96, чтобы же необходимо сначала перейти валюту в нужную для конкретной операции. В рубли, что ли, блин? Сейчас гляну. Блин. Скриншот. Ну, куда он денется, он останется. Вот это было несколько лет назад. В каком же году это было? В 20-м. Нет, в этом году, мои месяца. Вот скриншотик мой. Получается, я пишу с Киви, пополняя на ПР, блин. Точнее, на с Киви на Киви, блин. Я платежку попутал. Это я сейчас сам уже понимаю. Ну, в общем, чуть не назад. В общем, и мне, блин, советует меньшую сумму, да? Вот такая ошибка, поскольку я сейчас какая именно. Сам пишу, сам считаю, называется. Какая там ошибка. То, что Киви, в общем, пополняю систему Киви с нашим, в общем, пополнение, да? Пополняю ПР, точнее, с помощью Киви. Киви кошелек мой. Ну, телефон, типа, это же, да, в общем, 2.20, в общем, комиссия такая, все как бы отлично. Вот, 200 рублей, да, запоминаем сколько, в общем, наличие у меня 212, может быть, не хватало, если мы досчитаем дальше, потому что я спешу вечно. У вас на счету сейчас 2.96 бакса, чтобы совершить операцию, необходимо сначала перевести валюту, нужно для операции, рубли, типа, да. Опа, спасибо, все получилось, считаем, что у меня получилось. Я же такой умничка, везде логи оставляю. Ну, или логи, или скриншоты, или видео что-то. Для того, чтобы было, блин. О, вот так вот. Мы перевели рубли эти 200. Да, у нас было. Стоп. У нас было, в общем, баксов, что ли. В рублях у нас было. 199, как было, так и осталось. Стоп, где-то я видел, блин, 200. Это мы скриншот удаляем. Сейчас вот следующее было 209. Это что-то видел. 209, 236. 212. Вот, у нас было рубля 212. И потом, блин, стало. У вас еще тут рубли. Спасибо, так получилось. Все. Раскладились, все. Характер у них типа меняется. Блять, что на бакс у вас на счету сейчас. Так, 26 мая. 26 мая. Какая фигня. Ну. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Можно ли он, что я платил? Не, нельзя делать. Это номер. Это тикет. Так, что-то я, блин, тут надо, блин, поспать, блин. Подумать во сне. Тут встать, поесть. Опять подумать, блин. Нажать кнопочку вот эту. Тин-тин-тин. Вот эту кнопочку нажать. Вообще можно все эти кнопочки нажимать. Ладно, выключаю эту фигню нафиг, надо подумать. Вот, следующий.